Всем привет, друзья! И вот интересно наблюдать, как в Российской Федерации есть такой деятель, который работал на Russia Today, Антон Красовский, по сути, открытый гей. И вот он в одном из эфиров заявил, что украинских детей нужно фактически сделать с ними все, что только можно плохое. И вот его вышвырнули с этого агентства Russia Today. И теперь Бастрыкин поручил проверить его слова на противозаконность. И вот я вам хочу сказать, это показательная порка лучшего, фактически, ну, самого такого популярного лизуна путинской системы. Показывает, что если ты переходишь какую-то границу дозволенного, будь ты даже самим братом Путина, тебя уничтожат. Я лично хочу посмотреть, найдут ли у этого Красовского в его словах противозаконные фактически действия. Если в России даже за слово «нет войне» фактически судят и реальные сроки получают люди. Посмотрим, как этого Красовского накажут. Я хотел бы, чтобы его же система, та, которую он защищал, так натянула, что ого-го.